мысли вслух, точны и честны. Мысли вслух о том, о сём интересны. Мысли, если сказаны Малощуком. Малощуком. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Вот скажите мне, что должен делать настоящий рокер накануне дня 8 марта, если он не успел сочинить своей любимой какой-нибудь блюз или рок-н-ролл? Не посвятил, не успел. Ну, конечно же, он должен теперь ехать в магазин и выбирать подарки. Вот это сложнее проблемка. Но я-то своей любимой блюз подарил. И 6 числа его исполнил, вы его видели. Но у меня же еще 3 дочки. Поэтому им я песню не успел сочинить. Поэтому еду в магазин выбирать им подарки. А оттуда репортаж вам буду вести прямой. Ну вот, приехал за подарками для дочек на 8 марта. Думаю, а как себе подарок купить? Ну это же несправедливость будет. Ну согласитесь, уважаемые любители рок-музыки. А думаю, что мне себе подарить на 8 марта? А у меня на даче, оказывается, принтера нет. Поэтому я решил подарить себе хороший принтер, чтобы быстренько печатал всякие интересные мои мысли. Идемте. Вот они, принтерочки. Молодой человек, ну выручайте, ну прям не могу без принтера жить. Ну нужен принтер хороший домой на дачу. Вы скажите, какой вам нужен? Самый лучший. Мне только самый лучший. Я же рокер. Я понял. Вы скажите. Я рокер, он спрашивает, какой тебе принтер. Там мне же самый лучший надо. Нет, черно-белый или цветной? Елена, а нам какой, черно-белый или нет? Нам черно-белый надо. Хорошо. Рокеры любят черно-белый. Я весь черный. И белый. Давайте, показывайте. Присмотреться к Epson, HP. Показывайте, какой самый лучший. А ну идемте. Пойдемте на компьютере. Идем. Елена Ивановна, идите быстрее. Нам сейчас в телевизоре покажут самые лучшие принтеры. Идите. Идите, а то мы отстали от жизни. А тут консультант, смотри, какой красивый, молодой. Можно присмотреться к бразеру. Так. Вот так он выглядит. Ух ты, красивый. Симпатичный какой, симпатичный, а? Конечно. Симпатичный принтер какой. Ну что вы, подстать. Волощуку СД. Да нельзя не красивый. Ему только надо самое красивое. Вы что? А сами от себя в какой бы взяли? Из этих трех? Да. Тот первый понравился больше почему-то. Наверное, вот это, да. Я не ошибся, у меня чутье не подводит. Вот рокерское чутье, вот что когда никогда не подводит. Вот первый вариант мне как понравился, да. И специалисту он нравится. Потом будем брать его. Давайте, заворачивай. Все, но! Хорошо. Вы должны нам туда подобрать картридж, зарядить его, научить нас, как подключать, потому что мы же люди дикие, поймите. Мы дикие люди, мы же с прошлого века. Хорошо. Из Советского Союза. Смотрите. Поэтому вы нам покажете, как туда что втыкать, и мы приедем, чтобы мы включили, оно работать начало. Елена Ивановна, ну прекрасный консультант, все рассказал. Осталось только купить. Давайте, давайте, заворачивайте. Пока деньги в кармане. Вот жгут карман деньги, ну что вы. Надо потратить их немедля. Я же приехал за подарками. Хорошо. Это я себе подарок делал на 8 марта. Все. А потом пойду дочкам делать. Давайте. Все, сейчас я найду. Потом денег не останется. Его стоимость сейчас 16,5 тысяч. Люди добрые, ну кто мог предположить, что так дешево, дешевле хлеба. Ну спасибо вам огромное, пожалуйста. Подобрали прекрасный принтер. Давайте, спасибо. Все, проходите, пожалуйста, на кассу. Сейчас я найду его и принесу вам. Давайте. И что мне с ним делать, Елена Ивановна? Это что, теперь носить его по магазину, что ли? Или мы можем потом подойти забрать? Купим сейчас? Да? Поставим где-нибудь? Потом что остаются деньги для дочек. Угу. Пойду подарки сначала им куплю. Им же подарки полегче. А тут... Все, тогда я оставлю на кассе. Все, держитесь. Самое главное, держитесь и не болейте ковидом. Вот это вот очень важно. Правильно, чтобы маску носить. Очень правильно. Спасибо. Разумный все, сейчас человек. Я тогда на кассе оставлю, да? Здравствуйте, девчонки, с праздником вас! Вот измучился, выбираю подарки для своих любимых и родных. И прохожу, смотри, какие прекрасные подарки тут. Мне сумочка нужна. Такая, чтобы туда влазила книжка, потому что дети студенты. Хотят учиться. Тянутся к знаниям, понимаете? Я им говорю, да вы что, пошли, хоть погуляли бы пошли. Нет, папа, к знаниям хотим.
Поэтому мне нужна сумка такая, чтобы туда влазил А4 формат и книжки, чтобы влазили. И чтобы удобно носить было. А ну, показывайте. Есть такие сумки? А ну. Дайте вот положу сюда же. Шкурку свою. Так, а ну. Так. Тут дополнительный карман. Так. Удобные лямки. Так, а веревки нету такой, чтобы ее на шею одеть? Только с лямками? Да. Ай. Лямон. Не то? Нужна такую сумку. Нужна сумка, чтобы, блин, с веревкой. Ну, то есть рюкзак. Не рюкзак. Самое главное, чтобы красивый цвет был. Вот что главное. А ну, Елена, посмотрите. Вот студентке пойдет такая сумка? Ходить в Институт международных отношений. Вот такая, пойдет или нет? Идем дальше. Моему начальнику не понравилось. Говорит, что-то там много хлястиков всяких. Пойдем выбирать другую, пойдем. Приехал за подарками дочкам. Ну, один подарок я себе купил, надо еще что-нибудь взять. У меня шапка уже износилась, вы же видите, там уже истерлась вся, поэтому надо новую. А ну. Именно черный цвет? Токи. Я же рокер, вы что, не узнали меня? Я же великий рокер русский, рок-н-ролльщик. А вы не узнаете. Ну, вы даете. Ой, то, что мне надо. Какая прекрасная шапка. Елена Ивановна, прям для рокера Волощука СД. Чуваки, уважаемые любители рок-музыки, как вам, нравится? Беру. Сколько стоит? Ну как, похож я на звезду мировой рок-музыки. Сколько денег-то? 1200. Ну почти бесплатно, вы можете себе при 1200. Вообще. Ну все. Уважаемые любители рок-музыки, теперь вы от меня не скроетесь. В такой шапке я проберусь куда угодно, на любую концертную площадку. Хэви-метал, попса, шансончики, держитесь, я незаметно буду заходить, а потом давать рецензии на ваши выступления. Держитесь. Здравствуйте, сударыня. Хожу по магазину, мучаюсь. Завтра же 8 марта. А подарки, у меня же трое дочек, еще и жена, знаете, снимает меня. Что ты творишь? Снимает. Фиксирует каждый мой шаг. Ни шаг влево, шаг вправо, расстрел. Хожу, выбираю. Вот себе уже подарок выбрал, знаете. Похож я на звезду мирового рок-н-ролла. Елена, а вы говорили, не похож. Уважаемые любители рок-музыки, вот эти люди подтверждают, что я похож на звезду рок-н-ролла. Но я же хочу дочке купить хороший подарок. Средний. Старший уже купил, младший купил. Средний не купил. А она у меня на первом курсе института. Ей нужна такая сумка, чтобы туда влазили книжки, бумажки. И чтобы она была еще и красивая. И чтобы можно было на плечо одевать. Есть такие сумки у вас? Есть такая, есть. Елена Ивановна, я зашел туда, куда надо. Тут смотри, красивые люди, красивые консультанты, красивые. Которые разбираются в рок-музыке, причем, знаете, сразу узнали рок-звезду. И еще сумки у них хорошие. Да. Ну все, прям в точку зашел, а? Есть, да. А ну, дайте. Ух ты, что там написано? Фурла. Фурла, Елена, фурла. Такое ругательное слово, фурла. Ну, а может быть, оно и блатное, я же не знаю. Ну, это хорошее. Хорошее слово, да? Хорошее название. Елена, это, оказывается, хорошее слово. Я думал, оно ругательное. Оно хорошее. Уважаемые любители, это прекрасное слово, фурла. Вот дочка будет, наверное, с фурлой ходить в институт. Вот так вот. Я бы так ходил. Но она будет по-своему, наверное, ходить. Как-то по-другому. Я бы так. Так, буду брать, мне нравится. Смотри, прям цепочка, прям такая блатная. Кожа мягкая и легкая, главное. Да. Я думаю, что дочка будет рада. Институт международных отношений вздрогнет. Все мужики будут падать прям, как только увидят ее с своей сумкой. Заворачивайте, сколько стоит? Хорошо. 5300. С учетом У меня хватит денег, хоть я уже купил себе обновку, но еще деньги остались. Все остались. Я возьму. Давайте. Ну что, красавица, спасибо тебе, выручила. Спасибо. Подсказала, все рассказала. Все, прекрасный подарок выбрали мне, Елена.
Пожалуйста. Спасибо. И я же специально придумал всем нашим красивым женщинам, а у нас все женщины красивые, в России, исключительно, русские женщины самые красивые, вот. Поэтому я для всех русских женщин придумал блюз, и его запустил 8 марта в Ютубе, в Инстаграм-канале. Рекомендую посмотреть, называется «Шансы любви». Хорошо, посмотрим. Давай. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Ну что, всем подарки купил, весь магазин обошел, запарился. Ну что, искусство же требует жертв, и семья требует жертв. Поэтому самое главное, себе подарок взял. Вы видели шляпку прикольную, вот такая вот. Сыночку взял, даже две толстовочки, потому что мужики же главные в этот праздник, потому что поймайте все. Ну и дочкам взял, а на жене сэкономил. Я ей ничего не покупал, я ей блюз подарил. Я же ей сочинил блюз и подарил. Ну, чтобы сэкономить. Я ж хохол. Я ж хитрый хохол. Я все на всем экономлю. Я вот устал, утомился, думаю, я кофейку попью. Но самое главное, что с женой получилось хорошо. Сэкономил серьезно, в общем. Так что, мужики, держите. Только не рассказывайте ничего. Никому. Тихонько. Берите на заметку. Сочиняйте с женам рок-н-роллы и блюзы. Экономия колоссальная. Особенно, когда жена уже, знаете, такая серьезная жена, уже такая уже привыкшая к подаркам. Когда уже, кроме Rolls-Royce, ей уже ничего не надо. То тут, в этот момент, вы сочиняете блюз. И все. И все восхищаются вами. Какой прекрасный подарок. Лучше же подарка нет, чем то, что ты сделал своими руками, мозгами и вокальными своими данными, величайшими, великого рок-музыканта планеты. До свидания, уважаемые любители рок-музыки. Поехал на дачу. Поздравлять всех. Мысли вслух, точные и честные. Мысли вслух, о том, о сём. Интересны мысли, если сказаны Волощуком. Волощуком.